черный крутой высоты. Спроси у рассвета, у снега и ветра, на что способен ты. Спроси у рассвета, у снега и ветра, на что способен ты. Парни, привет. Второй день моих 15 суток. Сейчас в Москве, в Московской области идет резня кабана, а я отбываю свой почетный обязательный долг на южном берегу Крыма. Вчера вывели меня на пляж при отеле, дали шезлонг, стакан с мохито сунули в руку, сказали: кайфуй. Ну, что-то мне там не понравилось, поэтому сегодня в 6 утра поднял все свое семейство, отъехал от Ялты на 20 километров, и здесь уже все по-другому. Мне так больше нравится. Вообще, здесь вот, я говорю, за что я люблю Ялту, здесь не нужна машина. За 10 рублей маршрутное такси, троллейбус домчит тебя куда угодно. Ну, вот такое море по мне, вот такой ландшафт мне больше нравится. Обнаружено наличие рыбы. Оружие сегодня с собой не взял, но завтра, по всей видимости, они еще не знают, какое счастье к ним сюда приехало. Видимость метров 6-7. Пойду осваивать. Вся эта красотища находится рядом с Никитским ботаническим садом. Очень все доступно. Сейчас меня тащат еще в этот Никитский ботанический сад. Как могу, отдаляю этот момент. Вот. Но, наверное, придется. Но я говорю, у каждого мужчины раз в год существует обязательная программа обеспечить досуг своим родным и близким. Полез с утреца, залез в компьютер, открыл Википедию, почитать про этот ботанический сад. Ну, чтобы грязь лицом не ударить, поумничать. Открылся в 1811 году, куча графьев были у руководства, что поразило. На содержание сада выделялось в год 10 тысяч рублей. Сейчас, наверное, машину навоза только купишь. Ну, посмотрим. Плывет надежда и опора. Парни, тут сегодня гроза. На море идти лениво. И к тому же у меня кончились книжки. Поэтому направляемся в книжный магазин. Вперед за светлым, чистым и сказочно полезным чтивом. Выбор есть всегда. Добрый день. А где у вас всякая ерунда, новинки? Вот рядом. Спасибо. Так, ну и подо что засыпают теперь отдыхающие? Спасибо. 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 Спасибо.
Вот, парни, не дадим НАТО распространиться. Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль. Давай наливай, поговорим. Будущий день покажет всех вы, как сто валерил. И если не лень, то повторим. Прямо сейчас пусть будут эти сто валерил. Просто хочу поделиться. В Ялте есть 4 важных стратегических продукта. Они мне 25 лет снились. Ну, во-первых, это сивушное шампанское ихнее местное. Вот. Во-вторых, семейский лук. В-третьих, копченая курица. И в-четвертых, коктебель 4-й номер. У нас сегодня здесь дожди, гроза, поэтому, ну, боимся молнии, гром. Вот я сел побояться. Парни, если у кого-то есть какие-то просьбы, пожелания там по дегустации онлайн, пишите. Моя печень полностью в вашем распоряжении. У меня еще 12 дней. Ну что, парни, выдвигаемся на променад. Народу мало. Вроде бы пик сезона, а народу нет никого. Все бомонные отели, на мой взгляд, все пустые. Вот, ну там люди что-то в ценах заблудились, поэтому, наверное, так оно и выходит. Машины. Украинская москвичи, украинская москвичи. Одна вот веричанина видел. Вот. Ну вот, бюджетная кафешка. Пустота. Ну вот, ну и набережная. Сейчас займем какую-нибудь засидку и поснимаем. Путешественника спросили, в какой стране мира, где вы видели самых красивых женщин. По-моему, он тогда ответил: в 140-х кузовах Мерседесах самые красивые женщины. Вот в Ялте все наоборот. Здесь весь цвет можно увидеть на набережной. Ну, посидим. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцы.
Миттен, Фиаста, Рокет, Лаунчер.